27 февраля. 7 утра. Даже 8. Ну и что хотите сказать, ребятки? Ребята думают, куда ехать. Еще раз поворачивают у нас. Они, видно, осматривают район. Сидит сверху на повод. А, сверху вот на каждой машине по 2 человека. Ай-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Суки, а? За что, за что? Машина под себя видно. Как это они прошли по Шевченко 335 район Нижней Шишковки. Саперка. Смотри, на машине. Веселый. Веселый у нас утро. Вовремя успел домой зайти.